Все мы много раз слышали, что езда на машине зимой опаснее, чем летом. Многие водители даже различают зимнюю манеру езды и летнюю. И каждый раз мы наблюдаем большое число автомобильных происшествий на дорогах в первые зимние дни. Получается, что большинство водителей на летней дороге психологически более расслаблены, чем на зимней. Манера езды на асфальте у них из-за этого грубоватая, вальяжная, одним словом, неаккуратная. Асфальт, как правило, прощает такое легкомыслие. И вот за полгода водители так привыкают к этому, что с выпадением снега продолжают ездить в том же духе, потому что адаптация к скользкой дороге происходит не сразу, но снег и лед уже не прощают водителям летнего поведения. Запомните, правильная езда только одна – зимняя, зимой и летом. Машину даже на асфальте нужно водить аккуратно, ответственно и плавно. Если вы научитесь в любое время года ездить по-зимнему, то никакой снег или лед вам уже не будет страшен. А выработать и сформировать для себя единый стиль вождения вы можете на индивидуальных занятиях с профессиональным автоинструктором.